Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4. Урок 28. Расшифруй имена богинь-покровительниц комедии и трагедии в греческой мифологии, сопоставив дроби соответствующим буквам и расположив их А в порядке возрастания. Посмотрим на данные дроби. У данных дробей одинаковые числители, а мы знаем, что больше та дробь, у которой знаменатель меньше. Так как нам нужно расположить дроби в порядке возрастания, то на первое место мы ставим дробь самую маленькую. А самая маленькая дробь у нас будет та, у которой знаменатель самый большой. То есть на первое место мы ставим дробь 3/18. Соответствие букве Т. 3/15 мы поставим на второе место. Знаменатель уменьшается, следовательно, дробь увеличивается. 3/9. Знаменатель уменьшается, а дробь увеличивается. 3/7. Знаменатель уменьшается, дробь увеличивается. 3/5. Это самая большая дробь, хотя знаменатель у нее самый маленький из всех представленных дробей. И мы нашли, что ответ Талия – это имя богини-покровительницы комедии. А теперь расставим данные дроби в порядке убывания. Числитель одинаковый, знаменатели разные. Больше будет та дробь, у которой знаменатель меньше. На первое место мы должны поставить самую большую дробь. Самая большая дробь будет та, у которой знаменатель самый маленький, то есть 5/6, соответствие букве М. Затем пойдет дробь 5/8. Дроби начинают у нас уменьшаться. 5/10, 5/12, 5/17, 5/21, затем 5/24, 5/31, 5/36 и на последнем месте 5/42. Самая маленькая дробь. Но знаменатель, обратите внимание, у нее самый большой. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Ответ Мельпомена. Это богиня-покровительница трагедии, согласно греческой мифологии. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.